9 декабря 2023 года в 15 городах России в формате телемоста пройдет межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества» среди детей, юношей и юниоров. Федеральное мероприятие организовывает спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. Спортсмены различных видов единоборств из разных регионов встретятся в одном турнире. Спортивное мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества и посвящено военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Представители разных видов единоборств сплотятся, отдавая дань памяти современным героям России. Связь участников по телемосту позволит увидеть многообразие видов единоборств, многочисленных талантливых юных спортсменов, а тематическая привязка участников турнира к героям позволит широко раскрыть тему героизма в России. Ведущий мероприятия – известный ринг-анонсер Александр Загорский. Уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать! Центральной площадкой турнира станет Дворец спорта «Триумф» в городе Люберцы Московской области, где пройдут соревнования по рукопашному бою. В Хабаровске турнир пройдет по карате «Кёкусинкай» в Краевом центре единоборств по адресу улица Павла Морозова, дом 138. В городе Астрахань в Центре развития спортивной инфраструктуры по адресу улица Луконина, дом 6А. Турнир пройдет по правилам панкратиона. В городе Керчь турнир пройдет по самбо по адресу улица Московская, дом 18, в спортивном комплексе «Спартак» на территории санатория «Москва-Крым». В Улан-Удэ турнир пройдет по правилам тэквондо в физкультурно-спортивном комплексе «Улан-Удэ» по адресу улица Рылеева, дом 2. В Архангельской области в городе Вельск в детско-юношеской спортивной школе по адресу улица 1 мая, дом 51, турнир пройдет по правилам бокса. В Воронеже турнир пройдет по кикбоксингу в спортивном комплексе по адресу улица Димитрова, дом 2В. В Евпатории в игровом зале Дворца спорта по адресу проспект Победы, дом 11, будет представлен рукопашный бой. В городе Севастополе в спортивной школе Олимпийского резерва турнир пройдет по правилам самбо по адресу улица Надежды Островской, дом 17. В Волгограде турнир пройдет по рукопашному бою по адресу улица Новороссийская, дом 2, в гандбольном зале Всероссийского общества «Динамо». В Херсонской области будет представлена вольная борьба, турнир по которой пройдет в городе Скадовск. В городе Ростов-на-Дону в физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамо» турнир пройдет по рукопашному бою по адресу улица Текучева, дом 149. В Запорожской области турнир пройдет по правилам вольной борьбы в городе Мелитополь. В городе Новороссийске турнир пройдет по греко-римской борьбе в спортивном комплексе «Титан» по адресу поселок Верхнебаканский, улица Титановская, дом 22. Во Владивостоке турнир пройдет по правилам самбо в спортивном комплексе «Молодежный» по адресу проспект Столетия Владивостока, дом 7Б. Вход на все площадки турнира свободный. Девиз турнира, как и клуба «Ярополк» – сила, слава, долг. Приходи и поддержи героев своего отечества.